Наступали, был скрип, доски как прогибались. Сейчас, конечно, красота. А до красоты физрук Александр Погребодько сам менял прогнившие доски. За 70 лет капремонта в школе ни разу не было. Окна сквозили, освещение было слабым. К этой осени все обновили. В школе выделили 7 миллионов рублей. В первую очередь заменили проводку, стены заштукатурили и покрасили. Родители ремонт поддержали и в некоторых классах оплатили замену линолеума и мебели. Те шкафчики поменяли, панели у нас вот новые в классе, очень красивые, это вот за счет родителей сделали. Я первый раз сюда пришла, когда еще тут, с полмесяца назад, наверное, все еще так было, тоже действительно разруха, а сегодня, когда вошла, просто дар речи пропал. Чтобы подготовить все 254 школы Барнаула к новому учебному году, из бюджетов города и края было выделено 90 миллионов рублей. Серьезный ремонт провели в половине учреждений. В нескольких обновили асфальт, оборудовали спортплощадки. Особое внимание в школах уделяют системе видеонаблюдения и пожарооповещения. Происходит срабатывание дымового пожарного извещателя. Передается сигнал по радиокоммуникационному каналу на пульт центральной диспетчерской службы ЦППС 01. А сколько времени пройдет от того, как система зафиксировала дым и передала сигнал? Секунды. Родительская общественность порекомендовала главе города Сергею Дугину обратить внимание и на детские сады. В Барнауле их 151. Мэр идею одобрил, а выбрать учреждение, которым нужен ремонт, предложил самим барнаульцам. Объявить конкурс в виде голосования, может быть, его приурочить к какой-то дате, может быть, к 9 сентября, да, потому что люди все равно все пойдут на пункты голосования. Думаю, обязательно в каждом районе по 3 учебных заведения, дошкольных учреждения должно попасть в эту программу. На ремонт 15 детских садов планируют выделить около 5 миллионов рублей. Работы на первых объектах начнутся не раньше зимних каникул. Но в целом, заверил глава города, всех лидеров народного голосования отремонтируют уже в следующем году. Анастасия Дороган, Павел Лауренин. Наши новости.